тебя ненавидят, Ряска. Из-за того, что кроме воды ничего не происходит. Что? Твоей... Тебя все ненавидят. Что? По факту. А у твоей подруги что здесь происходит? Слушай. А? Ну-ка, задай вопрос, что у этой овцы происходит? Посмотри, ты ее... Задай вопрос, что у тебя в жизни происходит? Я человечна здесь, ты... в отличие от вас. Кроме как грязи ничего не льешь, кроме как лицемерия ничего не происходит. Одень мне микрофон. А с каких... Я здесь! Человечно! А с каких пор лицемерие? Я не делаю предложение просто так! Я не понимаю, вот это что-то человек. Понимаешь? Не знаю. Слушай, отойди отсюда. Вот лишь понял? Лишь я человечно! В отличие от вас, лицемеров поганых! Ничего больше не происходит. Это вообще, конечно. Ты зачем сюда пришла? Отношения строить, да? Они тебе не нужны. Это ты ей говоришь? Пришла к одному! Говорит о другом! В мыслях третьих! Ты что ей говоришь? За себя скажи! Ализай! Они тебе не нужны, потому что ты здесь клоунаду играешь. Иди французский преподавай. Так она хоть что-то может преподавать, а ты вообще ничего не можешь делать. Слушай, типа ведущая, работаю. Типа я говоришь. Работаю, так ты даже говорить не умеешь. Никто не зовет никуда. А ты потому, что ты меня бьешь? Потому что хотят позориться. Ты что себе позволяешь, ты женщина? Ты, у тебя французский, там на почту пришли письма. Тебе срочно детей обучать. Иди. Слушай, она-то нужна кому-то. Ее зовут, иди, уходи ее отсюда, требуют, чтобы не было тут а тебя лживых, никто даже не зовет. Поганых, уродливых я людей рядом со мной. С ванной, и эта кошелка подслушивала. Да не надо, Сереж, меня. Ну, иди, преподавай свой французский. Нет, и сиди там, где-то в Кемерово. Подожди, дай еще один два, пожалуйста. Сиди в своем Кемерово там, поганом, в тайге своей. И не подходи ко мне, все, я сказала. Давай потрогаем. Я говорю, ты из Кемерово родом. Едь в Кемерово в тайгу в свою. Пожалуйста, можно? Не подходи ко мне. Ну я им докажу, что... Да не подходи ты ко мне. Это тебе же хорошая игрушка. Кто подмышки это нюхает? Да ты ей подмышки дай. Ты мозги себе подай. Да Сереж, что? Ты сейчас тебя утюгом возьму, врежу. Ты что? Отойди от меня, я сказала. Ты же настеновали деланное. Отойди от меня, я тебе сказала. Отойди от меня. Мы же настеновали деланное. Ну да. Тебя насиновали делали резко? Да. Серьезно? Да. Ты не понял? Я же, а что думаешь, у меня чувство? У меня чувство. Ну теперь понятно, все. Просто она ее покрасила, да. Сено. Господи. Пошлите за сено нацепила. Отойди от меня. Я уже ушел, а ты меня зовешь. А, это она зовет. Отойди, а я ушел. Тебе сказать, дай погладить мне брюки. Да не дерись-ка. Сереж, ты понимаешь, что... Я что сейчас... Ты достал уже! Брать, женщину надо брать, Серег! Женщину ты надо... придурок, что ли? Отпусти меня! Отпусти меня! Отпусти, я сказала! Смотри, как ей нравятся ролевые игры! Смотри, смотри!